играл здесь, ну, с Йеменом на чемпионате Сантос по первой дорожке, ну, 7-68, стают наследником знаменитого Люся, бывший кубинец, с 15 года выступает за. Он, в принципе, учится в Соединенных Штатах. Правильно сделал. Ну и Паскаль Мартино Лагарде, конечно, на 110 метров с барьером еще в 14 году. Выиграл 5 бриллиантов в 15 году. Тут преградил ему дорогу Сергей. В соревнованиях в финале. Много раз он проигрывал Сергею Шубенкову. Сегодня он и без, другим, в отсутствии Сергея, да, Шубенкова. Ну, в отсутствии Сергея здесь есть вот представитель Соединенных Штатов, который очень Он на автомате, да, это говорит, правда. Очень быстро. Вот посмотрим, как сегодня. Старт вышел, кстати, неплохо. Очень, да, да. Да. Но пока Итан впереди. Итан пока впереди. Ну вот набегает Мартино. Результат в забеге, но все равно очень неплохой.